like a Hellcat. Его канала. Я Дима Бро. На меня многие не подписаны. И если вы сейчас на меня подпишетесь, будет 100% вам выпадет легендарка из обычного сундука. Давайте проверим. За 3 минуты давайте нажмем. 1, 2, 3. Нажали лайк, подписались, поставили колокольчик, и вам выпадет большая легендарка. Я уже поставил лайк и подписался на канал. И мне выпала Джеки. Новый боец. Давайте мы сыграем за Джеки. У меня так не очень много так кубков, потому что мой Brawl Stars удалился, и мне его пришлось снова закачать. Мы выберем одиночную игру. Давайте парную, если ко мне кто-то хочет присоединиться. У меня 16 кристаллов. И если мы с вами набьем с вот этим звездный кристалл, мы с вами купим. Блин, он не продается в акции. Ну, мы его купим, конечно. А пока мы давайте с вами кое-что посмотрим. У нас вышло новое обновление на Дэрила. Но раз вы хотите, чтобы я его купил, надо задонатить. Но как задонатить? Я не скажу вам. Это будет в следующем видео, если наберется много лайков и много подписчиков. Тогда я вам сниму это видео, как задонатить. Но мы начинаем играть на одиночной игре. Кто не скачал обновление на Brawl Stars, быстро скачивайте и играйте по ссылке со мной в описании. Но я буду сразу разваливать ящики. Если вы поставите лайк, тогда у меня будет очень много процентов выиграть. Я уже тренировался. И я выигрывал даже. Но меня убили. Но это не важно, потому что вы не поставили свой лайкус под видео. Ставьте лайкусы, будет больше. Если будет много лайкусов, тогда будет повышение на скидку. Если вы сейчас подпишетесь на меня, поставите колокольчик и нажмете лайкус, я задоначу 2000 кристаллов. Если вы поставите лайк, подпишитесь на канал. И если мои подписчики, если вы даже не подписаны на мой канал и уже подписались, тогда я вам могу скинуть несколько денег, несколько кристаллов по ссылке в описании. Ну а мы начинаем следующую игру. Кто уже нажал лайкус, будет повышение. И мы сможем выиграть. Лучшие. Вот этот примчик, который меня убил. Но мне сейчас не до него. Я пошел. Отсюда вам. Не-то я знаю всех, кто меня здесь может хочет убить. Поэтому я здесь не буду развлекаться. Я одну бочечку собрал. А на меня уже бежит Эль Примо. Он офигел. А на меня еще бежит Роза. Лучше убегать отсюда. Не то меня все убьют. Ой, Кольт. Ой. Спасибо, спасибо. Сейчас я вас всех убью. Давай, давай, давай. Надеюсь, вы поставили свой лайкус. Под видео надо поставить лайкус. Быстрей. Вы поставили лайкус, и повышение выпало мне. И плюс 5. Вы поставили лайкус, и повышение вышло. Так что быстрее ставьте лайкусы. И я вам скину этого персонажа. И если вы сейчас поставите лайк, я, знаете кого? Задоначу себе. Мистера Пи. Джином. Тару.
Максом, Спайком, Вороном, Леона и Сэнди. Если вы поставите лайкус, подпишитесь на канал, я смогу это сделать. Ну а начинаем следующую игруху. У нас загружается пока что. О, загрузила. Если честно, мне не очень здесь нравится появляться. Но Роза от меня почему-то убегает. Но у нее больше банок, чем у меня, черт возьми. Так, Роза, где ты? Сейчас убьем ее по-бырому. Так, вот и Шелька. Она думает, что я сейчас убегу, да? Убегу, 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 да, убегу. Ой, убежал. Ну да. Что я требовалось доказать? Вы поставили лайкусы и повышение нам чуть-чуть так выпало. Так что ставьте лайкусы под видос. Если вы поставите лайкусы за 5 минут, тогда у вас пойдет повышение на бравлеров. И если вы хотите, чтобы я сделал так, чтобы у нас была открыта вот эта штука и это, тогда вам просто требуется поставить лайкус. Я это уже третий раз повторяла. Необычно как-то. Ни в одном видео не было того, чтобы я планировал вам отдать все мои гемы. Но я вам их отдам. Я дам вам этого персонажа, если вы просто поставите лайкус и подпишитесь на канал. Нет ничего легкого, чтобы поставить лайкус. А что вы сейчас делаете, вы скажете мне? Да ничего, просто поставьте лайкус и все, запилите лайкус под этот видос. Но повышение нам не выпало, подписчики. Минус 2 креста, минус 3 даже. Но мы не расстраиваемся, да, подписчики? Подписчики моего канала, если вы на меня до сих пор не подписаны, вы знаете, что будет. Тогда вот все разломается, все разрушится, и весь канал пойдет на раз-два. Ну, а с этим я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. Не забудьте подписаться, поставить лайк, а я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем покусики.